тебя техника проходов отличается от ребят по твоей команде. Ты в основном проходишь на открытом октагоне и потом в одну ногу сажаешь. Почему тебе, ну, не так комфортно у сетки заканчивать перевод? С бигзатом, например, все проходы у тебя были по центру. Думаю, потому что в центре октагона находились. И если человек не уходит назад, он не у сетки, и в центре там октагона, где его еще перевести. А так, если, например, человек будет защищаться, стоять у клетки, то, конечно, я и там пройду. Просто у меня так получилось, что ну, все бои проходили в центре, никто не отходил. Я хотел спросить тебя о брате. Хавьер Мендес, как-то сравнивая вас, сказал, что вы оба, конечно, большие таланты, но у Усмана есть какое-то врожденное движение, которое он называет матрица. Ты согласен с Хавьером? И замечал ли это, что брат двигается Не как... знаю, что имел в виду под матрицей, я не знаю, что подразумевается, но я согласен с тем, что он очень хорошо дерется, борется, все намного лучше, чем я делаю. С этим я с этим близко не спорю. Давай теперь о Кори Санхейгене. Умар, фантастический бой, меня-то трясет. Я не знаю, как у вас там в команде настроение. Вот смотри, мы видели, как Кори был переведен Сонгом Едонгом дважды, как Роб Фон даже ему подхватил ногу, перевел. Эти моменты дают тебе уверенность, что ты, ну, еще более уверенно себя будешь чувствовать в партере с ним? Знаешь, я даже не обращал, пока ты не сказал, ты даже посчитал их, я даже не обращал на это внимания, и мне было бы без разницы, если даже они его ни разу не перевели, и от этого не зависело бы, вообще для меня это ничего не значит. Я в себе уверен, я работал над своей борьбой, и я знаю, что я буду делать. Я хотел спросить о победе Белява. Он стал чемпионом UFC. Бой у вас был довольно рано утром. Вы смотрели его всей командой, просыпались? Нет, я не смотрел, я потом пересмотрел его, увидел, потому что у меня у самого там через неделю бой, у меня там мне и спать нужно, режим надо соблюдать, восстановиться нужно. Поэтому я этот бой в прямом эфире не смотрел, а так был очень рад, удивил, знаешь, я от него ожидал вот именно вот этот натиск, потому что Мухаммад во всех боях идет вперед, натиском дерется и вообще четко подрался. Я правильно понимаю, что бой между ним и Исламом, ну, исключен? Вы даже такой не Ну, у них обсуждали. скоро будет. Так, перед официальным завершением они будут на сцене UFC, там такое интервью будет у них. Я думаю, они сами на это ответят, я не знаю. Пускай дерутся. Умар, ты впервые дерешься 5 раундов. Был ли момент в лагере, когда ты точно понял, что вот абсолютно уверен в своих кондициях и готов провести 25 минут? Да, конечно. Очень хороший лагерь провел, и я уверен, что 20, ну, 30 тоже, что хорошо продышусь. Как ты видишь поединок с Кори? Как ты хочешь его победить? Я вижу, уверен в Я себе. постараюсь, конечно, я постараюсь закончить бой досрочно. Я буду за этим идти, буду стараться, но если он пройдет и 25 минут, 5 раундов, то я к этому готов. Когда ты хочешь подраться в следующий раз, с учетом, что тебе гарантируют титульник до конца года? Ну, до конца года я не думаю, что кто-то из тех, кто проведут в сентябре бой, будут готовы. Но в начале следующего года, январь-февраль. Там обещает забацаны. Чему зайдем в салон или да? So Michal, you've been calling out Shara so many times. Like, what does it mean to you to fight in Shara? This is very good fight for me because Shara is undisputed fighter. He has great great striking, and his fight is very excited for fans. And I am very happy because this fight is ideal for me. I am boxer. I am striker. My opponent is very good striker. This fight will be fireworks. I also remember he made some funny pictures in the internet with the leprechaun, you know, leprechaun, yeah, and the Shara's face.
This my posts and memes, it's joke because I like a joke every time. And it works, is, yeah, as we see. They are fighting. And so. I think that this memes and post help me to make fight happen. Yeah, to make fight happen. I don't have one favorite fighter. I have many favorite fighters. I mean, John Jones is the greatest of all time. What can you say about Shara Bullitt? It's new star. It's new media. It's pirate from Caribbean. You know, up and coming. You know, it's all about where they go in the future. You know, there's so many bright stars up and coming, and so many credibilities. I see you in Abu Dhabi, in Crown Plaza. I see you about Alexander Zagorsky too, and you say to video best wishes for him. You only saw photo of him, yes? Well, I mean, videos, photo. I don't think I've ever met him. Yes, he's my best friend from Russia. Very cool. Tell him I said hello. Okay. Thank you. Thank you so much. Можешь об этом рассказать? Цены взлетели, да, друзья? Цены очень взлетели. На что именно? В чем это проявляется? Да все взлетело, брат. Ты что, не замечаешь, блин? Все взлетело. Я же команды везу, я же чувствую бюджет, да, там. То, что раньше обходилось, там, 10 тысяч держать его или что? Не, я сам был. То, что раньше обходилось, 10 тысяч долларов. Сейчас где-то 16-17. Это на команду общая сумма, да? Ну, да. Это вот на Fight Week уходит столько? Ну, я думаю, да. Я билеты не считаю, потому что UFC один билет там покупает, а у нас 8 человек. Ага. С флагом-то выйдет Шара в этот раз? Не знаю. Флагом, я думаю, для него не проблема. Это наша страна, мы ее очень любим. А привезли флаг? Флаг должен быть у нас. Ну, мы найдем еще. У нас просто так очень много приключений каждый раз случается. Расскажи. Ну, капу потеряли, там что-то. Вот. Ну это ладно. Обычно у нас бывает так. Капу-то можно найти легко, я думаю. Ну мы заказали, но они такие нехорошие. Ну и недорогие, они такие нехорошие. А бывают же и дорогие капы такие, там, навороченные. Нет? Ну да нет, которые стоят 1020-30, нет? Ну, смотря у кого покупаешь. Обычно с таким бойцам, как Шара, все бесплатно делают, лишь там. Он про них сказал пару слов. Не обсуждали этот момент с выходом с флагом. Да нет, у нас это как бы не обсуждается. Ну просто он очень много уважения-то получил от сограждан. А. Да нет. Мы и тогда не обсуждали. Флаг взяли и вышли, что проблема. А кто вам одолжил-то флаг? Флаг. Вот не помню, как его зовут. Вот он из UFC. Из UFC Russia, по-моему. Вот, Ярослав Степан. Не Андрей, а. Антон. Спасибо, Антон. Ага. Вот я помню, когда Шара только победил тогда в Саудовской Аравии, Ярослав Степанов опубликовал видео с заголовком «Шара Болит вышел с флагом России и нокаутировал». И там начали в комментариях отмечать, что это не совсем правда, потому что вышел не Шара, а вышел его тренер Гор. Не, и что, в чем проблема? Какая разница? Нет, а люди, наверное, ждут, когда сам Шара выйдет с флагом. Но да, Шара может, это Шара выбросит на, там, он же такой в эмоциях ходит, там уж флаг с рук упадет. Ага. Зачем так? Вот он и мне дал гораздо надежных руках. Какая разница? Просто знаешь, если человек ищет к чему подцепиться, зацепиться, он всегда найдет, ты же знаешь. Мы одна команда, один человек, один за всех, все за одного. Какая разница, кто из нас флаг вынес? Мы что, Африку представляем, что ли? Мы Россию представляем. В чем проблема? Завтра. Ты знаешь, если захотеть, можно ко всему придраться, правильно же? Надо просто посмотреть итоги, что Шара агитирует, что Шара в своих интервью говорит, и как он объединяет людей. Народ, в отличие от тех, которые вот все разделяют и. Им все не нравится. Он того выиграл, он мешок, этого выиграл, он мешок. Все мешки. Вот сейчас этого выиграют, поверь мне, скажет мешок. Ну, не думаю. Да? Ну, давай поспорим. 12 боев в UFC, это тоже показатель хороший. Ты знаешь, вот у меня недавно Богдан Гуськов нокаудировал. Райна. Спэна, да. И вот посмотри, что там пишут. Вот он уже старый, пробитый, неуклюжий. Ну, как-то так. А если он бы нас победил, нас бы назвали бы мешком. Поэтому это нормальное явление, мы это уже стрессоустойчивые. А какие планы на Шару, после, ну, дай бог, в случае его победы?
Ну вот Абу-Даби, есть у нас. И следующий Абу-Даби. Ну да. Впрочем, вы уже все прописались тут. Я нет, он да. У меня дела. Нам в интервью Шарабулит сегодня рассказал, что Дана Уайт ему предложил такие условия, от которых он не смог отказаться и как бы принял этот бой. Ну да. Вот. Дана Уайт вообще к Шарапудину очень доверительно относится, очень ценит его стремление чаще выступать. Шарапудин даже был готов в Америке выступать, я знаю. Вот. Есть там какие-то штаты, можно, какие-то штаты нельзя, но они сейчас договариваются. Я думаю, знаешь, если взять, например, близкая история UFC, если так взять, посмотреть, Шарапудин из дебютантов, ну, которые там год назад были в UFC, больше всех успел сделать. Если так посмотреть, честно. Сейчас не то, что как бы, ну, это мой родной человек, я просто так говорю, а просто так посмотреть, например, да, там, ребята, которые другие, год в UFC чего добились, и ребята, которые год в UFC, ну, Шара что сделал. Поэтому я думаю, если Шара будет усерднее работать, он больше всего добьется. О каких новых условиях идет речь все-таки? Я помню, у него и так неплохие условия были в дебютном бою, а именно 50 плюс 50 это минимум, Шара рассказывал. Uh-huh. Во сколько раз эта сумма превышает? Я не могу экономические секреты раскрыть. Ну да, поэтому я и говорю, там, ну, не вдаваясь в подробности, во сколько раз. Мы вообще ждем, чтобы после этого боя, если Шарапудин выиграет, чего мы очень хотим, у него контракт заканчивается, да? Обновится. Не заканчивается, там 4 боя, но это третий бой, но очень многие с третьего боя новый контракт берут, и я думаю, там будут более такие условия. Но он будет одним из самых высокооплачиваемых российских бойцов? Нет. Нет? Еще далеко будет до топа? Ну, я думаю, ну, конечно. Российские бойцы есть такие, которые, там, не знаю, чемпионы, как он будет так. Но самый высокооплачиваемый дебютант точно будет. И не только сейчас, я думаю, ближайшие лет 10. Это вот 10 лет пройдет, ты увидишь. Вот, Шарапудин молодец, просто нам сейчас надо побеждать. Да. Побеждать. Неважно кого, организация кого дает, он согласен. Ну, знаешь, сколько с людьми был согласен драться? Я иногда его ругал, говорю, эй. А с кем он согласен был? С Мишелем Перейро, вообще сам говорил, давай сюда вот это. А, кстати, да. Ты что, вот, с потерей, этот, прошлый наш соперник, как зовут этот, чудик ходит здесь. Литтлбах. Которого поймали на допинге, прикинь, он еще всем говорил, меня, я всего лишь мастерон сделал, говорит, почему меня там, что там такого, вот. Согласился же. Этот Литтлбах непростой же боец. Посмотри, что он в RCC там делал. Он серьезно, у меня когда увидел, говорит, брат, говорит, brother, I do just mastermind, прикинь. Я говорю, ты что, серьезно мне говоришь? Он говорит, ну да, ну, такой чудик. Еще хотел к нам в лагерь, мне писал. Говорит, Москву хочу с вами тренироваться. Я говорю, ты же наш соперник был, подожди еще. Ну, такой чудик, да. А какие еще вопросы? Все, вопросов да, больше нет, я пожелаю вам удачи в предстоящем бою. Спасибо большое. Вашему каналу процветания. Всем привет. Надеюсь, все бойцы из России 3 августа все победят. Дай Бог.